Итак, где же любовь брать? Как же вытерпеть эти близкие отношения, ужасно тяжелые, которые Олег Геннадьевич говорит? Сначала от природы взяли, допустим, любовь, да? Дальше ищем любовь у добрых друзей. Ну, чтобы искать любовь у добрых друзей, тут уже, понимаете, тут уже как на природе, не на природе мы ходим, мы же ничего там ей не делаем, просто наслаждаемся и все. Это мать, природа как мать. Вот ты с матерью что-то ей делаешь? Нет, ты пришел сисю к ней сосать, все время что-то хочешь от мамы. И она всегда тебе дает. Также от природы мы всегда что-то берем, но с друзьями уже так не прокатит. С друзьями нужно сначала им служить, нужно научиться что-то для людей делать хорошенькое. Вот женщина хорошенькая что может делать? Заботиться, по-доброму себя ласково вести. Мужчина что хорошенькое может сделать? Ответственность какую-то проявлять, что-то работать там, помогать, защищать там и так далее. Мужчина хорошенькая тоже может что-то сделать с друзьями. И когда человек много трудится на отношениях с друзьями, он получает что? Чувство в сердце. Что такое чистая любовь? Через дружбу приходит знание, что такое чистая любовь. Такую же чистую любовь ты можешь проявить жене, то есть с ней дружить. Ну, то есть как дружить? По-доброму общаться, разговаривать сокровенно с ней, проверять ей свои мысли. Даже уже на этой стадии, если ты научился дружить с людьми и переносишь дружбу в дом потом, ты уже не будешь ссориться. Вот, допустим, вы поссорились и пригласили друзей домой. Что произойдет дальше? А? Конечно, друзья ушли, вы им служили, заботились им, как бы помогали, все, с ними песни пели, и они ушли, и вы такие, вау, улыбаетесь, друг другу смотрите. Почему? Потому что друзья наполнили ваш дом любовью, настоящей светлой любовью, в которой нет мелочности. В любви между мужчиной и женщиной очень много мелочности. Понимаете, это истощает. А у друзей нет мелочности. Почему? Вопрос заключается. Потому что это другой тип отношений. Бог дает эти отношения не как испытания, а как награду. Друзьями нет испытаний. Если вы видите с друзьями испытания, подарите им весь мир. Это не друзья. Это просто чужие люди, которые хотят вас использовать. Друзья всегда друг в беде не сбросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. То есть дружба — это что такое? Дружба крепкая, не рассыпется, там не расколется от дождей и вьюг. Почему? Потому что дружбу крепкую дает Бог как награду. Это просто награда за твои добрые дела. Ты вот заботишься, заботишься, заботишься о людях. У тебя нет друга. Но придет время, и что? Приходит друг. Для чего? Для того, чтобы тебя наградить любовью. Не муж награждать, некоторые ждут от мужа. Вот меня подружки любят. Вот. А он пришел не награждать тебя любовью. Он пришел тебе дать любовь, как сдачу экзамена. Вот ты когда сдала экзамен, он думает, да ты у меня вообще святая. И поэтому я тебя люблю. Потому что ты мне 1000 раз прощала, 1000 раз меня терпела, 1000 раз... все вот это делало, что невозможно делать вообще человеку. И ты так вот себя вела рядом со мной. И поэтому я тебя люблю, благодарен тебе за все. Я за все тебя благодарю. Это называется любовь между мужчиной и женщиной. Только через вот эти испытания человек может почувствовать настоящую любовь. Если ты готов к этим испытаниям, некоторые же не готовы, хотят, чтобы их любили просто так, ничего не получится.